Я рад приветствовать смерти рожденных на канале Дымаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Dead Cells. Ну что, без лишних разговоров, давайте начнем. Кровавое веселье. Так, что мне дают? Мне дают вот эту штуку, дают вот эту штуку. Фигня полная, конечно. Но она не то, чтобы фигня. Мне дали, я, короче, открыл вот буквально. Вот эту штуку. Бьет электричеством. Я думал, бьет всех, короче, в определенном радиусе, сквозь всех. Нифига, бьет первую цель, больше никого не бьет. И если ты долго держишь, идет отдача. В виде небольшого количества урона, как вы видите. Фигово, чё. Но зато разносит, конечно, некоторых издалека. Прям лучников хорошо разносить ей. Вот этих, конечно, не очень. Вы гораздо быстрее мечом, мне кажется, их разберете. А вот лучников, смотрите, как-то заплащает. Ну, этого тоже вроде расковыряло неплохо. Зато очень далеко. Видите? Прям вообще-вообще далеко. Ну что ты там? Ну что ты хочешь? Что? Что? Малыш? О, магазинчик, отлично. Я подоткрывал кучу всего, кстати. Я немножко поиграл, ну как, немножко партия, раз 5 где-то сыграл. Ух ты, за 3000, да ну. А вот, просто далеко там особо сильно шибко не ушел. Дальше башни я никуда не уходил. Охота босса посмотреть, после босса что будет. Которого мы встретили в прошлый раз. Есть лук, есть такой же меч, как у меня. Я даже не знаю, мой-то, наверное, так похуже. Да, мой первого уровня, естественно, потому что дуется на старте. А этот покруче чуть-чуть. И есть еще амулет такой. В принципе, 15% урона поглощает. Ну, то есть не будут попадать ни 15% урона. Это, по-моему, вообще так-то неплохо. О, ХП-ш берем, конечно. ХП-ш нам нужен. Ой, сундук, отлично. Кунаи. Да кунаи же фуфло. Кунаи же фуфло, я брать даже их не буду. Они кровотечение вроде как навешивают. Но мне не понравились. Я как-то пробовал их с ними бегать, мне не понравились. Электричество куда прикольнее. Вообще бы лучше, наверное, взять бы даже вот эту штуку. Потому что электричество, конечно, вещи очень издалека бьет. Воу. Но вот это... Это просто огонь, конечно. Так, а что у нас с вами? Что я уже взял? Да, возьмем тогда на дамаг. Ходунки! Ледяной ходунки! Вау! Прикольно, что я ману-то не пользую. Ради этого. Мне не маны, ничего, нет, я просто юзаю. Воу, вон туда я не доберусь. Мне нет этой способности, это хорошая вещь. Замерзните, упыри. Не-не, ты подбирай. Фу, чувак. Зачем я через него прыгаю, когда я могу вот прикрутиться через него? Так, вот это фигня, а не оружие. Хотя, может, с заморозкой, конечно, это и будет получше, но не факт, что мы будем морозить все время, да? Ну, давайте. Ну, видите, у него сотку обычный урон, но 300, как бы, а у меня 225 и плюс 5% дамага. Но у меня в любом случае круче, я даже брать это не хочу. Так, подожди, я там как? Кверху каком? Ну, все понятно. Так, еще портальчик. Тут, наверное, переход будет, да? Дочистим. Давайте посмотрим, что он там осталось. Вот туда слетать, вниз пройти направо, и все, как бы. Погнали! Прыг-прыг!
О, флешечка. Он, кстати, неплохо мочит-то наш вот этот вот мечик-то. Вроде бы, как бы он только на масло рассчитан, а при этом смотрите, как у него дамаг хороший. Флешка есть, отлично. Больше контроля. Богу контроля. Я пропускаю, наверное, рун много. Что-то я бегаю, их не вижу вообще. То ли их вообще нет. Я их просто не наблюдаю. Так, это у нас выводит он куда? В старый, да, я так понимаю? Ты меня в старый пытаешься вывести, упырь ты такие? Или в ядовитые? Давайте в ядовитые пойдем. В ядовитые, в принципе, можно пройти. На следующий уровень мы потом с вами пойдем уже, наверное, в башню. 19. Мы неплохо набили. Душ. Что будем брать? Что будем качать? Что у нас не качано? Как вы видите, я качнул луки, что выпадали рандомные мне при старте. Мечи при старте. Ну и куча всякой штуки. Я скачнул вот этот вот мечик. Мне он понравился. Так, давайте лук ледяной докачаем. Чтобы он просто появился. И я бы, наверное, качнул. Так, что бы флешбэнк? Это на дамаг, да? Но дамаг-то ведь это не сильно самое важное. Вот плеть мне понравилась. Кстати, я первый раз, когда я играл, я вообще ее не оценил. Такой, фу, плеть, говно. А когда вот сейчас я бегал, как-то мне плеть попалась, и я оценил, она такая довольно-таки угарная. Так, третьего уровня. Станет, ну, не станет, замораживает цели. Так, и у него на 20% больше урона. Так, давайте. А, вон оно как стреляет. Это он, получается, 3 выстрела. У него очень медленный выстрел. По максимуму может. Двойными он стреляет. Это странно. Прямо и вверх, да? Ладно, попробуем. Пока не юзали же никогда его. Хотя бы познаем, что это такое. Халибанем. Просто пока непонятно, как она будет помогать мне. Как мне будет помогать этот лук. Насколько он мощный. Может быть, вот это все-таки ледяное магическое колдунство. Оно сильнее. Вау! Парень, ты же тоже был замерзнут. Да, что-то как-то фиг его знает. Просто ж пить даже. Воу. Но, по-моему, это было лучше. По-моему, колдунство было лучше, потому что оно сразу же в определенном радиусе всех замораживало. А стрела замораживает только первого, кого попадает, и все. Напротив каких-то вот как бы одиночных воинов там можно повоевать. Уже против толпы, конечно, ты так не сделаешь. Так, ну нам там вообще никуда. Угу. А что, получается, этот меч еще и стан какой-то вводит, что ли? Да, нет. А почему я, нанося урон, контузил его, эту тварь? Кто теперь здесь крутой ученик?
побыстрее, конечно, гасит, да? Побыстрее гасит, чем, например, колдунство. Это, конечно же, у него это плюс. Это, конечно же, плюс. Так, будем брать на силу. У меня же еще флешка есть. Что там звери? 4 минуты. У меня есть флешка и есть еще этот Тартурели, я вообще не понял. Тарелька. Таранька. Это мне получается сейчас только в ту сторону, да, топать. Ага. Тут есть у вас что-нибудь? Не шиша. Я читерить буду против тебя. Я читерить буду против тебя. Воу-воу-воу. Читерин, не читерин, но будь аккуратен. Я понял свою ошибку. Нет! Так, то ли получается, этот урон, получаемый мною, будет сокращен на 15%. Ты можешь прыгать 3 раза подряд. А то смотрите, с боссов-то халёвые вещи падают, то вот эти вот, с элиточек. Смотрите, я реально их контужу. О, отлично, прям. Мы еще даже прокачаемся сейчас, получается, по магии. Будем магическими колдунами. Так, только у меня, правда, единственное, больше хилок нет. Ой, в ту сторону крутанулся. Ни одной руки. Жалко. Так, ну давайте, ладно, давайте налево начали. А, ну тут же я был. Мне вот сюда надо. Я могу совсем вниз, наверное, да, спуститься? Ой. А тут щит. Ну, щит мне не нужен. О, какая-то шпага, что ли? Что это такое? Да, рапира. Смотрите-ка, рапира.
еще портал. Мы куда-то прям идем, вообще непонятно куда, если честно. Во-во-во. Нет хилок. Нифига, она взорвалась-то мощно как. Вы заметили, да? Как это было больно. Я туда не пойду. Не, нафиг надо в этот портал. Там меня и забьют, и фамилию не спросят. Так, сколько? Третьего уровня. Первого уровня у меня сейчас стоит, да? Тут получается плюс дамаг. И первую цель он будет пробивать. Да, конечно, надо ставить. Без вопросов просто. Как бы мне дойти теперь-то? Я вот что боюсь. Я боюсь и не дойду. Ага, старые. Сюда мы не пойдем. Не, ну как бы можно, конечно, поломануться через старые, но в старых там очень жестко прям. Что я даже боюсь. Где мой портал? Давайте сходим чуть-чуть налево. Я не знаю, надо бы лучше идти нам с вами через башню. О! Огненная бомба. Четвертого уровня. Урон плюс урон по... О, офигеть, урон по подожженным. Хотя, в принципе, как будет урон-то? Она, считайте, кулдаун, она надо будет подождать, пока она откатится, чтобы кинуть по подожженной цели. То есть она сама, видимо, вешает дамаг подожженный. И по каким-то отравленным целям. Но брать мы не будем, ребятки. Не будем брать. Я переживаю. О, там внизу, смотрите, что есть. А как мне туда добраться? Могу ли я? О, фига. Ты больная, что ли? На, пообщайся с моей сукой-дрюкой. Бэм-бэм-бэм. Душу отдай. Так, теперь мы здесь сможем забрать. Ой. Хитрая какая собака, ты посмотри. А. Да что? Что за фигня тут происходит? Почему я не попадаю? Офигеть! Офигеть! Одно хп! Одно хп осталось! Просто одно хп! Что за фигня? Так, у меня первого уровня. Если мы взорвем цель, то мы, естественно же, с вами... Она взорвется еще раз. Блин, ну это прям вообще, короче, надо уходить. Иначе мы проиграем, ребят. Короче, плевать, идем, наверное, в старые тогда. Это единственный способ выжить. Я фиг его знаю, что там дальше. Но одно хп, одно. Мы просто не переживем. Лучше ну его нафиг. Пойдемте отпиваться. Просто в старых очень сложно. Блин, там эти грибы дурные. Это вообще ужас. Грибы это прям вообще... Нервная фиговина. Так, чувак, я тебе принес кучу-кучу всего. Рапиру. Ну, я даже не знаю, есть ли смысл ее брать.
Ну давайте, давайте посмотрим заодно. А вдруг это клевая вещь? Правильно? И у нас еще остается 9. Что я там еще качал? Что-то я начинал? Ну, не считая щитов. Давайте щиты тогда докачивать. Что это за рапира? 4-го уровня. Воу! Так. Critical hit. Так, ну эта вещь, конечно, очень любопытная. В том плане, что она наносит урон критически после того, как... После перекатов. Во-первых. Во-вторых, у нее усиленный крит на 20%. И считайте, еще будет враг взрываться, когда мы будем убивать его. Ну давайте возьмем. Я предлагаю взять все-таки этот предмет. Потому что, ну, как бы он нам пригодится уж точно. А, вот она как бьет, да? Он довольно быстро. У него хорошая серия атаки. Я не знаю, насколько это будет удобно. Ху-ху-ху, давайте быстрее топьемся. Это мне ж плохо. Поплохело нам нифигово так. Довольно быстрая штука. Короткая, но быстрая. Хотя рапира должна быть, наоборот, длинная. Ладно, погнали. Посмотрим, как получится нам с ней посражаться. И после перекатов, ну, мы часто пользуемся, в принципе, перекатами. Я бы не сказал бы, что это... Ну, неплохо. На. Ого, как быстро я заколотил. Хороший удар. Фига, там где-то гриб сверху, что ли. Вот это прям вообще хорошо. Берем. На силу это прям вообще очень хорошо. 4 силы. Грибы, конечно, здесь дурные. Ужас какие. Будешь на меня кидаться? Паскуда тварь. А ну-ка с нижней позиции. Я даже не загораюсь, когда перекат делаю. Ну, то есть, знаете, как-то непонятно, а сработал... Торговец? А сработала ли эта система, вопрос, да? Как бы непонятно. То есть, будет ли крит? Скорость у него просто запредельная. Это начинает казаться мне, что это будет мое одно из самых любимых, следующих самых любимых оружий. Уходим! Уходим! Воу-воу-воу-воу, как-то я так удачно увернулся, что меня даже не убило. Ну, оно бы меня и не убило, но надамажить могло. Здесь. Опа. Опять гриб. С одного удара. Я гриба убил с одного удара. Походу, сразу же после переката, если использовать, то это вообще, короче, чуть ли не ашот-ваншот получается.
Да. Ага. Ха-ха-ха, тварь! Сдохни! Ха-ха-ха, я не могу в него попасть. Че за фигня? Да умри, все. Ладно, давайте еще раз. Вот так вот. Вот собака такая. Ужас какой. Опа. А тут, наверное... Так, я тут что-то лазю. А вроде как бы никуда не пришел, да? Но это чисто лабиринтусы. Посмотрим, получится ли у меня пройти на этот раз это чертово подземелье. Оно реально неприятное. Вот старое прям вообще ни о чем. Такое прям ненавистью переполненное. Так, так, ну а с бутом с... Внизу проход еще один. Тихо. Зачем я прыгнул-то? Тут же надо просто аккуратно. Рунок. Рунок нет. Опять гриб. Так, ну вроде куда-то налево нам, наверное. Я не знаю. Точно ли нам налево? Так, давайте душу заберу. Так, а там же наверху что-то тоже может быть. Портал тут. А тут дверь на сундук. Сундук! Кунай, фигня. Так, а тут опять вновь вот эти вот препятствия на моем пути. Ладно, давайте вниз сходим. О, это походу я могу вот там через те ловушки пройти. Да, а вот это вниз, да, спускаемся. Тут босс будет. Босс fucking battle. Ну давайте попробуем. Так, что у нас есть? Вот это, кстати, хрен опасный. Я вам так скажу. Видали, что он творит? А ну тоже. Только что-то я не понял, а почему я на него... Мой лук не действует. А что такое? А почему я не могу из лука стрелять? Что-то я не понял, почему я не мог из лука стрелять? А вот телепортирующая руна. Это та, которая позволяет нам теперь, походу, телепортироваться вот по этим вот непонятным каким-то... Как, я не знаю, на что не похоже, на саркофаги. Телепортирующая руна. Да, походу, она это и есть. Да. Вот это я понимаю. Телепортировали, чтобы выйти здесь. Нормально. Прикольно. Я не понял, почему не мог стрелять из лука.
У меня почему-то я прожимал, он прям вообще не стрелял. Стоял, просто тупо смотрел, я вообще не понял, что за прикол. Может, он что-то меня блокировал? Воу-воу-воу, ну это как снилось. Я сам так откинулся. Тихо. Выжили. Отлично. Так, что возьмем? У нас есть ХП. У нас все, в принципе, есть. Давайте, может, в ХП все-таки. У нас так-то сила хорошая. Ууу, зачем? Зачем ты прыгнул? Туда. Надо было по-другому уже. Они уже начали мигать. Ты же это понимал. Ничего я не понимаю. Какой-нибудь просто неосторожный момент, и все, ему про... О, воу, не-не-не, второй раз. Без такого, как без хвового количества, количества КП. Мужик, мне здоровье продать не можешь, а? Может, у тебя здоровье есть? Так, это защищает на 10% от входящего урона. И вот это я не знаю, короче. То ли прилетают к нам больше, ну не больше, собираем то ли в округе и души, и деньги в большем радиусе. То ли это имеется в виду, что больше нам будут давать. Аж две души у нас выпало. Да что такое? Подать ей. Да, она не с размаху бьет. Тихо! Твою мать! Вот эта тупая моя ошибка. Зря я взял, короче, и бросился просто на этих птиц. Я думал, что они сейчас там встанут. Я в обратку прыгну, они как раз детонируют, получается. Я их перепрыгну. Вот это я зря сделал. Просто надо было дальше бежать и все, короче. Потом кинул бы турель, турель бы их расстрелял. Или просто их атаковать надо было. Обычной даже минометной бомбой, любой бомбой бы я бы их просто взорвал. Блин, нет, я взял, короче, кинулся. Вот, пожалуйста, это вот. Сразу же поплатился за это. Смотрите, он тут одинарный. Обычный. Ледяной, да, получается, с одной стрелой. Тот был с двумя. Да, блин, отстой полный. Но зато повеселились, неплохо повеселились. Это было реально обидно. Вот могли дойти, могли сейчас дойти до босса. Но я опять же повторюсь, то что вот это подземелье старое, оно в разы сложнее. Из этих грибов дурацких, они реально намного жестче. Взрывные птицы, ну да, взрывные птицы это фиг с ним. Вот грибы, мне кажется, больше всего вот доставляют неудобства. И какую-то, например, мега-гигантская попалась нам. Мне кажется, мы раньше как-то быстрее намного добирались до босса. Тут вообще непонятно, где там этот босс вообще был. Но зато многое посмотрели, многое открыли. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте ставить пальчики вверх, комментируйте это видео, делитесь им с друзьями, а также добавляйте плейлисты. Ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!